Всем привет, дорогие друзья! Лето, к сожалению, подошло к концу и наступила школьная пора. Прошлое видео с пранками вам очень понравилось, поэтому в сегодняшнем видео я подготовил для вас вторую часть пранков для школы. Давайте наберем 5000 лайков, и тогда обязательно выйдет третья часть. Приятного просмотра! Во время перемены в классе редко можно кого-нибудь встретить. Воспользуйтесь этим и возьмите ручку друга и положите под стул вот таким образом. Когда начнется урок, ваш друг быстро забежит в класс и сядет на свое место, после чего будет приятно удивлен. А на следующую перемену возьмите его рюкзак и зацепите за окно вот таким образом. Уверен, искать его он будет очень долго. Если на перемене стало скучно, то возьмите телефон у друга, можно сказать, что вам нужно позвонить, и начинайте звонить на рандомные номера. А вот несколько вариантов того, что можно говорить. Да. Добрый день, это Толик, видеорегистратор, вас беспокоит. Вам Ярик не треба? Не понял, еще раз скажите. Добрый день, это Толик, видеорегистратор. У меня бучок потек, у вас есть новый такой запасный? Вы можете на русском разговаривать, я вас не понимаю. Як ви мене не розумієте? Я вас дуже плохо розумію, тому що я ще в столовому нахожусь. А у вас є бочок? У мене потік бочок потік. По-русски скажете, я вас пойму. Бочок потік. Бочок що? Потік. Бочок? Да, в машині бочок потік. В моїй? Да. У Ярика. Ви Ярик? Я не Ярик. А у Ярика бучок потік. Що робити? Хто такий мужчина? Бучок в його потік, кажу. Толік відеорегістратор. Я Толік відеорегістратор. Система в мене так називається. Друга я не маю, Ярик хуярить. Що, мужчина, будете розмовляти на русском, позвоніть, будемо розмовляти. Я вас не розумію. Як ви мене не розумієте? Возьмите незаметный телефон у друга и поставьте будильник на 4 утра с прикольной подписью. Уверен, ваш друг будет очень рад, что встал так рано. В кабинете информатики на компьютере поставьте минимальную чувствительность мыши. Теперь, чтобы воспользоваться мышью, нужно будет сильно попотеть, чтобы поставить настройки обратно. В том же кабинете информатики и на том же компьютере нажмите правой кнопкой мыши по рабочему столу. Далее зайдите в раздел «Параметры экрана», а после чего в появившемся окне выберите «Ориентация», «Альбомная», «Перевернутая». Теперь следующему пользователю будет очень сложно ориентироваться в компьютере, ведь мышка в таком случае будет работать зеркально. Возьмите ручку соседа по парте, разберите и отрежьте часть стержня. Далее закручиваем ручку обратно. Теперь, когда друг захочет что-либо записать, у него ничего не выйдет. Возьмите ручку друга и при помощи клея приклейте колпачок. Теперь ваш друг не сможет воспользоваться ручкой. Возьмите лезвие и отрежьте от него небольшую часть. Теперь приклеиваем лезвие к пальцу и наносим кетчуп для реалистичности. После этого можно разыгрывать одноклассников. Возьмите кусочек туалетной бумаги и сложите его вот таким образом. Далее кладем кусочек на стул и приклеиваем двусторонний скотч. Теперь, когда ваш друг сядет на стул, к нему приклеится туалетная бумага. И когда он встанет, все будут с него смеяться. Ну а на этом все, надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, обязательно влепите свой лайк, напишите комментарий, я обязательно его прочитаю, лайкну и отвечу. Также не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о моих новых роликах. Спасибо за просмотр, пока!